Вот этот опыт здесь, он для духа и для нашей души, и для Бога очень сложен и очень важен. Многие говорят, почему Бог не может исцелить всех? Почему Бог не может установить мир? Он может. Он может. Но в ситуации, когда мы, даже в наших жизнях, в наших семьях, с нашими детьми, с нашими родителями, в ситуации, когда мы впихиваем любовь, это насилие. Это не приводит к развитию. Это не приводит к свободе, это не приводит к радости. Насилие любви – это тоже насилие. И Бог, Он предвзят в своей любви. Вот эта идеальная энергия любви Бога, она, к сожалению, настолько тотальна, ну как к сожалению, ее особенность, она настолько тотальна, что все сразу приходит в гармонию, моментально. Все моментально исцеляется. И для того, чтобы получить опыт развития, нам нужно создать пространство, где есть свобода выбирать любовь Бога или не выбирать любовь Бога. Игровое пространство. И вчера был вопрос на нашей встрече о свободе воли. И действительно есть большой парадокс, есть ли у нас свобода воли или нет. Здесь как посмотреть. Но у человека есть свобода смещать свою вибрацию. У человека есть свобода выбирать любовь или закрываться от любви. Обращаться к принципу гармонии, созидания, которое есть внутри нас. Или игнорировать, не слышать это. И когда опыт происходит именно таким образом, в свободе и естественности, то происходит обогащение, происходит развитие, происходит цветение и наших душ, и всего божественного. Происходит расширение Вселенной. Да? Вот вы слышали, что Вселенная расширяется. Это не только об отдалении созвездий и галактик друг от друга. Потому что у Бога нет, на самом деле, в многомерности нет расстояния. Это линейная категория. В первую очередь происходит расширение опыта и расширение опыта любви. Именно поэтому мы здесь. Чтобы дать любви расширяться в естественности. И этот принцип заложен во всем. Когда мы даем рождение нашим детям, мы же в глубине души хотим, чтобы они были свободными. Чтобы они прожили свою жизнь, чтобы они прожили свой опыт любви, свой опыт восторга от жизни, чтобы у них был свой вкус, чтобы они чувствовали свой аромат жизни. Мы хотим для них этого самого. Это есть во всей природе. Вы нигде не увидите однообразия, вы нигде не увидите одинаковости. Вся природа говорит нам об изобилии и многообразии. Вся природа учит нас доверию. Вся природа говорит о том, что принцип созидания и гармонии, принцип доверия заложен в каждую клеточку ДНК всего живого. Она все вот по своей внутренней системе растет. И только ум человека, конечно, из выживания, из безопасности, пытается сделать вещи одинаковыми, предсказуемыми и понятными. Но, к сожалению, когда ум выходит из-под контроля, когда он не выровнен с сердцем, когда у него нет знания принципов вот этого живого, то тогда этот ум способен идти против жизни. И вся история войн на Земле – это история концепций, которые пытаются сделать людей и их жизнь одинаковой. Что на этой земле, что на земле, откуда я приехал. Система пыталась уравнять людей, сделать их шаблонными, насадить свой принцип гармонии, внешний, из ума взятый. Да?
И мы знаем, к чему это привело. Это привело к невозможности жить в этом. И мне хочется сегодня поговорить о такой теме, и я вас к ней сейчас подвожу, и задать такую тему для размышления. Тема о том, является ли только то, что снаружи живым, или то, что внутри нас, то, кем мы что мы привыкли считать собой, может ли быть так, что оно тоже живое? А это значит, что не замороженное, не остановившееся в развитии, не замершее, не сухое и непредсказуемое. Мы все в нашей духовной практике привыкли относиться к себе, как садовники относятся к деревцам, которые вот в оградке. Да? Соответствие формы. Форме какой-то, вот постричь в ровные кубики. Мы считаем, что мы – это некая глыба мрамора, статичная, которая пришла в эту жизнь такая или такая, ну так получилось. И нам нужно усиленно, с помощью молотка и стамески, превратить себя в какое-то подобие изящной статуи. Такой же безжизненный, такой же, но красивый, по нашим представлениям. Это именно то, что делали духовные или философские системы всю историю человечества, начиная от духовных систем, заканчивая фашизмом. Сделать человека идеальной статуей. Это идет из ума. Так наш ум устроен. Потому что, когда мы видим, что что-то похожее, понятное и предсказуемое, то нам спокойно. Мы успокаиваемся. Мы в безопасности, в иллюзии безопасности. Если же мы предположим, что система живая, это потенциально опасно. Неожиданно. Что с этим будет? Что если человек, который живет рядом со мной, не статичная, привычная глыба мрамора, а какая-то система, которая управляется внутренним процессом, который нам не виден? Это же что значит? Это же может быть, он завтра будет другим. Это же значит, что есть некая мотивация, которая управляет им, которая нам невидима и не подвластна. Может ли быть живая система внутри другого человека, которую нам невозможно контролировать? Сама эта мысль нас пугает. Потому что мы не знаем, как с этим человеком выстраивать отношения, потому что этот человек может изменить свое мнение, он может прожить с нами 25 лет, а потом вдруг пойти дальше. Этот человек может сменить свои приоритеты. Мы находимся в той исторической эпохе, на том этапе, когда человечество вдруг начинает осознавать, что есть что-то живое внутри другого, что невозможно контролировать. И мы хватаемся за голову, потому что старые концепции не работают. Концепции брака, концепции партнерства, концепции семейной жизни, концепции работы. Не получается управлять. Я общаюсь с бизнесменами, которые выстроили гигантские корпорации в 20 веке. Они говорят, некоторые из них разрушены, потому что туда пришли люди, которыми они не могут управлять. Они хватаются за голову, они говорят, этим людям не интересны деньги, им не интересно карьерный рост, им не интересно это. Они, видите ли, хотят делать то, что они любят. Что за люди? Да? Семьи рушатся, потому что оказывается, что другой живой.
что он шевелится, и что есть некий процесс, который изменчив, да, как у дерева. Есть некий шаблон, который не в нашей голове, он там внутри. И он растет постоянно, пока человек жив. Ничего с этим не сделать. И тут возникает еще один парадокс, который ставит людей еще в больший тупик. А что, если внутри меня есть что-то живое? А что, если внутри меня есть некая система, некий внутренний механизм, который не укладывается в рамки моих ожиданий от себя? И здесь люди испытывают самый большой экзистенциальный кризис, потому что они приходят и говорят: у меня пропал интерес. Я больше не хочу делать то, что обеспечивало мою жизнь. Я больше не хочу находиться в этих отношениях. Но все так хорошо было. Что происходит? Почему? Почему я рушу, или мне кажется, что снаружи что-то рушится, хотя на самом деле это всегда изнутри идет? Почему так? Мне же хорошо было. Потому что ты живой. И твое живое внутри начинает пробуждаться. Твое живое внутри начинает пробуждаться. И вот в этом есть очень важная точка внимания, о которой я хочу сегодня поговорить. О сдвиге отношения к себе. О нашей духовной практике, о наших отношениях, о нашем призвании, о нашем планировании жизни. Может ли быть так, что когда мы пришли сюда, в этот мир, то мы пришли сюда не глыбой мрамора, а всего лишь ростком? Шаблон и узор, и стратегия развития которого постоянно находится в динамике. И это значит, что в каждый момент мы сталкиваемся с чем-то новым. И это значит, что те системы и те ожидания от себя, которые у нас есть, они могут в какой-то момент не быть оправданы. И может ли быть так, что наш подход к работе с собой, и мы здесь возвращаемся на нашу тему, здесь продвинутая духовная аудитория, скорее всего, люди либо практикуют, либо интересуются, либо делают что-то, связанное с духовным ростом. Может ли быть такое, что работа с собой меняется от парадигмы внешней огранки к парадигме проявления жизненности? Может ли быть такое, что духовный рост – это не процесс, когда мы делаем себя подобными статуей красивой, которую нам нарисовали мастера прошлого? Может ли быть такое, что мы живое, что не хочет насилия? И может ли быть такое, что мы испытываем ощущение счастья только тогда, когда мы перестаем проявлять это насилие к себе, а даем веткам, да, раскинуться, веткам нашего дерева, даем тому потоку, той реке, которой мы являемся, протекать свободно? И вот здесь большой ответ для всех тех людей, которые находятся в тупике. Здесь большой ответ для всех тех людей, которые не понимают, что с ними происходит. С вами происходит жизнь, да? Во всем ее своеобразии, неопределенности, во всем ее подчас разрушительном характере по отношению к убеждениям и ожиданиям по поводу себя. Жизнь, которая не терпит барьеров и плотин, которая пытается проявить настоящее совершенство, которое есть в вас. И здесь последний вопрос. Может ли быть так, что этот поток жизни, которым вы являетесь, и который вы сдерживаете, потому что вы боитесь, что он будет хаотичным и разрушительным, может ли быть так, что на самом деле он созидателен, любящ, что он живой и поддерживает жизнь, что он не принесет страдания, а наоборот организует жизнь по-новому, по-другому, но бережно? И вы в конце отойдете и скажете: это было совершенство. Вот все эти вопросы – это то, что мне хочется, куда мне хочется направить ваше внимание сегодня. И перед тем, как мы
начнем общаться в диалоговом формате, а мне так в последнее время начало нравиться беседовать в диалоге. Мне захотелось поделиться этим соображением. И напомнить вам о том, что мы все можем жить из одной из двух парадигм. Из парадигмы себя неживого. А в неживом, вы знаете, и радости нет. И желания нет. Ничего нет. Или из парадигмы живого себя. И это два качественно разных отношения. Кухонную плиту мы протираем средствами и не трогаем. Да? А маленького ребенка мы создаем игровую площадку. Мы наслаждаемся общением с ним. Мы будем его гулять. Это другое отношение. Мы его не протираем этими средствами для, знаете, которые разъедают ржавчину. Мы его не пшикаем. Да? Как мы и плиту не выгуливаем, конечно. И это разница отношений к себе. И это разница восприятия других людей в жизни. Мы здесь все для того, чтобы пробудить это живое. И в большинстве своем вопросов больше не возникает. Люди, мы же ищем Бога почему? Ищем духовный опыт. Потому что что-то в нашей жизни не так, как мы хотим. На самом деле нам не нужно просветление, что бы это ни значило. И нам не нужны какие-то психоделические сильные опыты. Нам нужно всем то забытое ощущение расслабленности, радости от жизни, которое у многих из нас было в детстве, которое мы подсознательно знаем. Мы просто хотим, чтобы все было хорошо. И чтобы нам было интересно. Правда же? И даже призвание нам не нужно. Мы думаем, что призвание даст нам это ощущение. Практически все вопросы, которые люди задают, им это не надо. Им нужно вернуться в настоящее ощущение. И вход в это настоящее ощущение, он лежит в том, о чем вот как раз-таки Крайон сегодня рассказывал, когда говорил о выравнивании мозга и сердца. Когда говорил о выравнивании разума и тела. Нет чего-то такого, что в вас не было бы и что в вас нужно было привнести или впихнуть. Да? Нет такого. Единственная наша задача – это позволить потоку жизни внутри течь. И для этого нужно русло, нужен желоб, нужен канал. Единственное, что создает блок на этом канале, это наши мысли. Одни говорят, нужно отключить мысли. Это хорошо, но мысли – это инструмент творчества. Мысли прекрасны. Мысли порождают слова, слова творят реальность. Можно переубедить, другие думают, мысли. Но это невозможно. Невозможно победить одной мыслью, другой мысли. Это невроз. Кто кого переубеждает? Ум, знающий истину сердца, вот та комбинация, которая позволяет течь потоку. Это и есть просветление. Разум, который не вырублен топором медитации из черепной коробки, да? А разум, который познакомился с истиной, которая дана не в убеждении, а в опыте, в ощущениях. Истина, которая дана в ощущениях. Когда апостол Павел, да, он был торговцем, увидел, там, ну, кто-то говорит Иисуса, кто-то говорит ангела, да, на дороге, что-то изменило его в ощущениях. И он из одного человека переродился в другого человека. Его никто не переубеждал, ему никто не читал лекцию по просветлению. Не было такого. Он получил опыт в ощущениях. Он не медитировал 300 лет до этого, он получил опыт в ощущениях. Опыт в ощущениях достигается выравниванием, сонастройкой разума и тела.
Это конечная цель любой корректной духовной практики. Конечная цель тантры, конечная цель йоги, конечная цель медитации, выравнивание разума и тела, сонастройка. Конечная цель мантр, конечная цель любых других каких-то мероприятий, танцев, песен. Потому что это именно то состояние, которое нам всем нужно. Мы ходим на музыкальные концерты, мы ходим на эзотерические семинары, мы ходим смотреть красивые картины. Для чего? Для того, чтобы в какой-то момент наше сознание, наш разум и наше тело начало работать в унисон, и мы ощутили радость. Только ради этого. Потому что радость возникает каждый раз, когда ваше внимание и ваше тело находятся, живут вместе. Когда вы чувствуете свое дыхание, когда вы чувствуете свои клеточки, когда вы чувствуете свои кончики пальцев, когда вы чувствуете тепло от руки, ваше тело откликается на это радостью. Вырабатываются гормоны, окситоцин, эндорфины, серотонин. Начинается процесс. Радость естественна. Она естественна. Она не извне должна быть принесена. Это естественное здоровое состояние тела, через которое течет энергия, которая чувствует себя.